по заявлению хозяина, работал и вдруг резко перестал работать. Извлекаем кофр. Здесь у нас повреждение. Корпуса. Ну и проверяем. Не держится. Так, ну и проверяем на максималках. Давление не создается. Будем скрывать и ремонтировать. Сколы на корпусе. Так. Один. Корпус под замену, передняя часть. Пока передняя часть. Может быть, еще и задник. А вот здесь уже интересно, болтика нет, наверное, кто-то сюда уже лазил. Саморезик пропал, может быть, иногда закрутили или потеряли его где-то вовнутрь. Здесь и есть. Так. Да, передняя часть под замену, задняя, задник еще нормальный. Откидываем. Что у нас здесь? Давление не создавалось, поэтому нужно проверить. Это редуктор. Всего лишь навсего. Винтик держится все. Весь редуктор. Сейчас попробуем еще один раз проверить, так, чтобы не было короткого.
она не до конца закручена. Снять.
собирать в новом корпусе.
дальше по кругу. Так, будем ставить новый редуктор. Трудно попадать. Так, попали. Прикручиваем. Но перед тем, как ставить кнопку, ее нужно немного доработать здесь, чтобы было проще влазить. Не ломало корпус. Срезаем буквально 3 миллиметра.
подходит. Верхний подключаем к верхнему разъему, нижний подключаем к нижнему разъему. Так. Теперь будем устанавливать компрессор. Можно подкидывать аккумулятор и проверять. Включаем, проверяем, создается ли давление на максимум. Давление не создавалось в компрессоре, судя по всему, из-за того, что здесь застрял кусок фиолетового пластика в клапане.
Откуда он взялся внутри, непонятно. Но место имеет. Это имеет место быть. Сейчас соберем, попробуем еще раз. Только надо смазать немножечко. Ну все. Немного смазали вазелиновой смазкой. Теперь будем ставить назад и проверять, будет ли создаваться давление. Главное было попасть в поршень. Просто он защищен со всех сторон, в принципе, здесь никак не может попасть синий пластик, потому что, ну, здесь защитная крышка, здесь нигде такой кусок не пролез бы, который там был. В общем, сейчас закрутим, проверим. Плотненько, без фанатизма поджимаем и будем проверять. Так, включаем. Стоит на максимуме. Пошел качать. И после всех проверок можно собирать и ставить на место. Ну и все, можно закрывать. Есть, конечно, один нюанс еще, который не сделали. Но это после того, как соберем его полностью. Thank you.
все собран. Остается последняя деталь. Снять фильтр. И заменить его там. Вернее, не заменить, а поставить. Потому как в новом его не было. Устанавливаем, закрываем защелочку. Так. Проверяем. Вот батарейки. На максимуме. Дабы убедиться, что все собрали правильно. Подключаем. Зарядник. Включаем. Включаем. И подключаем. Зарядка, батарейка от сети. Все работает. Чуть-чуть корпус. Сейчас устраним. Что ж такое? Придется разобрать, посмотреть, что там не так. Корпус-то новый.
слова совсем. Мы его, конечно, поставим вот так вот. Теперь засунем зарядник назад. Хотя бы из этой серии. Чтобы снова не разломали корпус. В общем, как-то так.